Как провести летние каникулы с пользой для здоровья, интересно и безопасно? В преддверии летних каникул этими вопросами задается каждый родитель. Подсказку можно найти на специальном портале. В Московской области в этом году наполнен портал детских оздоровительных лагерей. На сегодняшний момент на этом портале 114 лагерей. Представили и видеоматериалы, представили и направленность тематическую по сменам, когда эти смены происходят, и возрастной состав детишек. Там можно подобрать отдых для своего чада на любой вкус. А если воспользоваться программой «Детский кэшбэк», то затраты будут незначительными. Приобретение путевок в оздоровительные лагеря родитель может произвести платежной картой «МИР». И тогда ему в течение 5 дней, после того, как он зарегистрируется в этой системе, кэшбэк, вернутся денежные средства в размере 50% от стоимости самой путевки. Для особых категорий граждан Управление социальной защиты предоставляет бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря Подмосковья и Краснодарского края. Это многодетные, малообеспеченные и семьи, где есть ребенок-инвалид. Это не обязательно многодетная семья. Это семья, в которой может воспитываться и один ребенок. Но доход этой семьи не превышает величину прожиточного минимума. На сегодняшний день это 14 748 рублей. В этих случаях родители должны подать заявку в Управление социальной защиты на портале госуслуг. Кроме отдыха для ребят будет организован и другой досуг, в том числе трудовые лагеря. Создать условия для труда детей в бригадах с оплатой труда несовершеннолетних. А муниципалитет также запланировал денежные средства для выплат ребят за свой труд, когда они будут облагораживать территорию наших образовательных учреждений и создавать условия для старта нового учебного года. Трудовые и спортивные лагеря, походы и экскурсии, работа юнармейских объединений и другие. При таком выборе досуга летние каникулы пролетят насыщенно и интересно. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».